Самые активные работы идут на первом участке, который находится между Рассказовским шоссе и ТРЦ «Рио». Здесь открытым способом проложен участок трубы в сторону канализационной насосной станции номер 3. После порыва изношенной канализационной трубы в районе КНС ведется перекачка нечистот. После устранения неполадок работы по замене трубопровода и установке колодцев продолжатся. Завершить реконструкцию участка за Рассказовским шоссе и провести его благоустройство подрядчик обещает в ближайшие 2 недели. Полностью работы планируют завершить до конца 2024 года. Напомним, общая протяженность коллектора составляет 3 километра. На сегодня сделано 50% запланированных работ. Реконструкция позволит улучшить качество водоотведения для 65 тысяч жителей города.